Так, ребят, привет! Сегодня я вам покажу очередной туториал по достижениям в GTA 5 в сингле. Ачивка называется «Торгуя альфой». Что нужно сделать? Нужно заработать сверх твоих вложений на бирже. Собственно, как это делать? Сейчас я вам покажу. Заходим в интернет, биржевой индекс Liberty City. Смотрим, здесь у нас есть акции. Как видите, здесь у нас лидеры акций, собственно, цена на них. Ну и средние изменения, которые происходят. То есть здесь вы можете контролировать все. Теперь, в моем портфолио у меня ничего нету. Заходим в рынки, смотрим, какая из акций в последнее время неплохо так, так скажем, в средних изменениях повышается. То есть покупаем только зеленые акции, скорее всего. Ну, допустим, давайте я куплю вот эту, купить. Давайте одну куплю. Подтвердить. Теперь... закрываем это дело. Окей. Теперь мы должны подождать энное количество времени. Ребят, я не знаю, сколько конкретно нужно ждать. Ну, наверное, очень-очень-очень долго. Хотя, я думаю, сейчас все будет. 8, блядь, часов спустя. Заходим в интернет. Снова туда же, мое портфолио. Ну и, друзья, если у вас процент дохода выше и прибыль, соответственно, выше, вы нажимаете «Продать все». Подтвердить. Ну, я просто выполнил, мне уже это ни к чему. Вот. И, соответственно, нажимаем продолжить. Так вот, ребят, и просто подождите немножко, и у вас альфа будет. Ну, по сути, ачивка «Торгуя альфой». Ну вот и все. Это очень легко и просто.